Работы по обновлению территории стартовали еще в апреле. Тогда приступили к сносу старого здания спортивного комплекса «Сибиряк». Устаревший арочник прослужил покачевским спортсменам 3 десятилетия. Подрядчики уже приступили к работам по благоустройству. Вокруг старого комплекса сейчас ведется отсыпка пешеходных дорожек. Планируется, что к юбилею города строительство уже будет завершено и состоится торжественное открытие нового объекта. На сегодняшний день, можно сказать, 10% от общей стоимости работы, от общего объема у нас подходит к завершению. То есть мы выполнили планировку, укатали основания. Сейчас вот идет щебеночная подготовка. К 1 июля у нас должна быть полностью залита бетонная площадка. Сегодня общались с подрядчиком, они как раз в процессе заключения договора с Мегионским заводом бетонным, кто будет нам сюда поставлять. Вот. И до 1 сентября должны быть установлены сами детское оборудование, детские снаряды. А сейчас они уже закуплены. Закуплены были еще в конце 2021 года. У нас были опережающие торги. Новое место отдыха станет продолжением существующего сквера по улице Таежной и будет выполнено в едином стиле. Композиция всех 3 секторов, она будет в одном стиле. Полностью повторять композицию первой и второй очереди сквер – это одно единое пространство будет. Ну и задача, конечно, чтобы вот с этого места, где напротив торца Ленина 1, если туда встать, то можно будет видеть стелу. То есть цель вот мы себе такую ставим, чтобы это было вот один проспект такой большой, один сквер, один бульвар.